Парни, всем привет! Я во Владивостоке, я уже тут обосновался, прилетел, получается, позавчера. Итак, кратко план. Значит, я сейчас изучаю город, ищу здесь тачку, какой-то кей-кар хочу найти. Буду лазить по авторынкам, лазить по объявлениям. Значит, по бюджету сразу скажу, чем дешевле, тем лучше, но... Я так понял, вот так маленько по интернету полазил, что в принципе за 350 можно взять какую-то годную тачку. Вот. Дальше я планирую автопробег. Сначала думал до Сибири, но потом думаю, что мелочиться. Рвану-ка я, наверное, на Северный Кавказ или, не знаю, можно вообще в Брест куда-нибудь, если там Беларусь открыта. Короче, дальше будет мощный автопробег, будет серия роликов. В этом автопробеге я буду останавливаться и жить в каждых там крупных городах, потому что, ну, мне, как бы, я первый раз на Дальнем Востоке, вообще в этой части страны. Самому очень интересно, что, как люди живут по ту сторону Байкала. А что могу здесь сказать? Вот так, ну, особо еще ничего не посмотрел здесь, но зайдя в магазин здесь во Владике, то ли японский, то ли китайский, какие-то лапша с иероглифами, там за 150 рублей какая-то лапша, вот, ну, бич-пакеты вот эти. Это просто жесть. Короче, по режиму здесь какая-то вообще жопа. Заснул в 3 часа ночи, проснулся только в час дня, наверное. Надеюсь, я не все проспал. И сегодня первый раз, ну, хотя бы там часть какой-то авторынка мы посмотрим. Так что не будем откладывать в долгий ящик и врываемся туда. Так, ну вот первые кей-кары получается. Вот этот понаряднее, конечно. Но цены что-то нету у него. Блин, я вот хочу со сдвижной дверью прям машину. Ни разу у меня не было таких. Вообще офигенно. Офигенно. После кейкара вот такая маленькая Suzuki, кажется. Ой, это даже Nissan Kicks, кажется, он называется. Кажется, даже большой машиной. Тряпочка. Не ржавый. 126 тысяч километров. Цены нет. 660 тысяч. Honda. Это что такое? Fit? А, нет, это что-то побольше. А, не, Fit Shuttle. Не, ну это здоровая и, блин, и дорогая. 660 тысяч, конечно. Не варик. 12-й год, камера заднего вида, обвес. Вот за 680 серебро. Тоже 12-й год. Закрыто. Вот со сдвижной дверью, но это что-то здоровое, по-любому, наверное, дорогая. Колеса отменены, две штуки покупали, подписаны. Так. Что-то с ценой непонятно. По-любому тоже 1700, наверное, стоит. Во, вот это просто бомба, хастлер. Розовенький. Красавец. Но они тоже, блин, подорожали. О, вот это вообще мечта. Со сдвижной дверью. 620 тысяч. 17-й год. Турбированный мотор. К сожалению, закрыто. Ну, блин, храбчонка вообще прикольная. Как называется эта машина? Значок Daihatsu, а... Вейк. Daihatsu Вейк. А это просто, блин. Конечно, восторг вызывают такие машинки. Аналогов нет вот с левым рулем. Так, ладно. Вот кейкар 16-й год. 345 зачеркнули, 335 без пробега. Подогрев, климат. Ну это типа Mazda. Mazda Flair.
Mazda Flare. Здесь вот получше ткань, чем на той, чем на Nissan Kicks вот этом. Салончик такой, это уже не на крутилках. Климат. А вот и Фриды стоят. Фриды — это тоже тема. Но они тоже подорожали. Что-нибудь 1400 я бы взял. А тут... Тут непонятно, сколько стоит. Но по-любому дороже. Комп Рок. Это что значит? С этим... С бесключевым доступом. Ну вот это вообще красавец. Но это уже конкретный автобус. За лям, я думаю. Более ляма стоит. Вот Фриды. Гибриды. 13-й год, 778. Электродверь, гибрид. О, вот это красавица. Toyota. И тоже, блин, с правым рулем. CHR. 1,5 ляма, полный привод, 17-й год. Конечно, охренеть. Это они на зеленом угле. Это какая-то здесь стоянка, самая крайняя, можно сказать. В самый конец я ушел сначала. Типа Nissan Juke конкурент. Ручка задняя сверху на задней двери. Поплавок он на крыше. О, вот это тоже. Есть все. Цвет офигенный. Honda. Как называется, интересно. Honda Custom. Не, ну это вот это тоже, блин, вот реально. Такой кейкар я бы взял. Но 770 это, блин, не те деньги, которые я хочу отдать за машину. Ну там вот кожаный салон, кожаный руль, все. Летишко такое детское вообще. Ну, блин, красиво все это смотрится, конечно, необычно. Жаль, что так дорого. О, тут сразу дальше еще одна стоянка идет. И сразу стоит кейкар. Так. Вот тоже что-то. 445. Это что, Daihatsu Bon? Нет, это Toyota Passo. Чуть-чуть промахнулся. Линзованная оптика. Фарки зашорканные такие. Немножко. Руль серо-бежевый. На крутилочках. Комбинированный салон. Ну, вот разные цвета комбинируются. Вот красивый Nissan Dice, но здесь, правда, дверь не сдвижная, но красивый. 445, 14 год. Зеркальная решетка. Интересно, облазит она на морозе? Или нет? Ну, здесь клевая сенсорная панель, черный кожаный руль. Сплошная сидушка черная. Highway Star Puri Drive. Чё только не придумали. Камера заднего вида, вот получается. Бесключевой доступ. Люк кожа. 1250, полторашка. Вот такая Honda, да, она на спорткар похожа. Полторашка, она еще и четырехдверная. Еще и кожаный салон. И кожаный руль. А, это Civic, ни хрена себе, блин. Civic раздули. Honda Civic, охренеть.
И такая шагрень прям это грубоватая. Ну, наверное, так сейчас на заводах красят. Так, вот наш пациент. Ну, 457. Этот выглядит, конечно, уже попроще. 17-й год, Suzuki Wagon R. Корректор фар, подлокотник, трансформер. Fa Edition. Не, такой не очень впечатлил, если честно. А, ну вот сразу Suzuki Ignis. Типа, похоже, задница на Colt или как она. Неплохо. Кожаное все. Экранчик. Гибрид. Цена 757. Не, ну конечно лучше того синего вон взять. То этого трансформера Десептикона. Здрасте. Да вот что-нибудь типа такого. Кейкар какой-нибудь с раздвижной дверью. 360? О, это уже поинтересней. А, с одной стороны дверь обычная. Вы продаете, да, ее? Закрыто? Можно посмотреть? Я такую в объявлениях видел, серую, тоже 360, но пока я решил по рынку погулять. Вы уже уходите, да? 12-й год. Что расскажете? А, она свежая, да? Полная пошлина у нее? Полная оплачена, все. Ага, черный салончик. Да, черный салон, диван, подлокотник, климат-камера, задний выход, бесключевой доступ. Угу. А круизы на них не ставят? Нет, это машина не для межгорода. Я, если честно, для межгорода. Ну, я автопробег хочу устроить. Я вот ищу машину. Ну, она что, сотку-то едет? Сотку, это 140 идет. Не, ну я 100 езжу, больше не езжу. Да, идет, а нормально. О, прикольно, петля снизу. Ночевать можно, мне запросто. Ну да, да. Да, я поэтому такие смотрю. Там складывается, может спать. Это как стол, да, получается, стол, да, делается. Да. Ага. Пары ксенон, туманочки, литьёста и колеса на 14. Дайхатсу Танта, да, это? То же самое Toyota. Пиндальный узел. А так вообще в опциях тоже круиза не бывает, да, у них? Не, не бывает. У Хастлера, по-моему, бывает. Вот, а вот так вот. У Хастлера не видел ни разу. А чё, какая оценка у нее, что по косякам? 3 балла. 3 балла? 3,5. ПТС-ка какая у нее? Электронная. Угу. Вчера только растаможена. Пляшка двери. С доводчиком, да? Да, с доводчиком. Угу, нормально. Да, литьё. Торг имеется? Есть. Пары ксенон. Маночка. Ага. А по этим, по окрасам что у нее? Ну, больше ничего не красит, ничего не крашено. Она с оценкой. Не яркая, ничего не битая, не установленная, никакая. Обычная. Сколько нижняя цена? Или торговаться надо? Надо, да. Аргументы приводить? Да. Если сейчас будешь брать, то будем разговаривать об этом. Не, ну, не, я ищу машину, конечно. Ну, я, если честно, только вот начал оттуда идти. Но это как бы реально интересный вариант. Приходи с утра и начнем. Потому что цена нормальная. И это, тогда я запомню. А в объявлениях есть она? Нет. Запиши мой телефон. Подойдешь, позвонишь. Я тут здесь. Это я звоню, что ли? Не, не. Алло, алло.
Нет, вот сейчас там парень там посмотрит. Сейчас выезжаю. Так, ну это, наверное, подороже уже такой. 15-й год, но здесь ничего нету, ничего нету. Daihatsu MUV. И тут же Субарик. Субарик огненного цвета. Закрыт. Но тут уже кожаный руль. Вот тачки повезли. Бэха даже есть. ЦРВ, Субарик. Микрач какой-то. Покоцанный малёха. О, желтенький. Ничего мне с этим тантиком повезло. Нормальная цена у него, еще и 330. Он не испугался цены такой. Может, здесь вообще надо пошершавее торговаться. Что-нибудь типа 300, там просто морду кирпичом. Как кахар. Фары, ксеноновые сиденья, семерочные, нивовские. Как каха понаглей. Редуктор копеечный, машина рыбок имеет, ебать. Во, вот это 600 косарей. Ну, 18-й год и полный привод. А что там, редуктор или мост снизу? Мост. Снизу мост, карданчик, все дела. А это что, распил, значит, или что? Не, наверное, просто швы какие-то. Еще и треснутый герметик. 350 грузоподъемность у этого малыша. Так тут вообще этих кейкаров вон, непаханное поле. Daihatsu MUV, Nissan Days. 17-й год, 07, 425, Honda Freed. Сверху он лобалабаш интересно сделан. Полторашка. 16-17 год. Ценника нету. Хочу раздвижную дверь. Хочу, не могу. Хастлер. Хастлер, а сзади, рядом Toyota Romy. Моя именная машина. Toyota Romy. Нормально. Цвет класс. Блин, сколько? Надо делать ставки, сколько она стоит. 700, я думаю. Реально, 600. А, или это объем? 600. А, объем литр у нее. Литровая. 690, 18 год. Да, красавица, конечно. Королла. Вот такая суперовая. Вообще прикольная, наверное, была бы. Но она, наверное, уже под 800 стоить будет. Так, а там что? Так, смотрим. Honda TRD. Turbo 577. Ну, уже нормально. Морда у нее, у них страшнее это. Одна страшнее другой. Сейчас чем агрессивнее, тем лучше для машин. N-Wagon Custom. Ну это, конечно, блин. Да, это. Их столько много, и вот они, ну, повторяются, конечно, но все смотришь разное какое-то. Вот такой шильдик первый раз вижу, N-Wagon. Вот тоже дедушка. Дедушка серьезно, 15-го года. Хондарь. 525. Ну, не 700 хотя бы. А вот цвет красивый, уже 595. Ну и уже и фары другие, и это Nissan. Highway Start. 17-й год, рестайл. Ну, лобовичок вот ксиговский. Что там, сенсорный, сенсорная панель, кожаный руль. Литишка, он похоже на оригинальное. Nissan Days Rocks. Да, Танта пока выигрывает своей ценой. Харьер 2 миллиона, полный привод, 16-й год. Охренеть, за такие бабки правую руль покупают все-таки. Почему здесь решетка радиатора
Я сначала в городе встречал такую машину, думал, сами закрывают. Потом смотрю на всех, как будто на зиму уже закрыли. Ну, что-то он такой какой-то. Какой-то не очень. Типа на Nissan Murano похож там. О, вот рядом Nissan X-Trail. Тоже праворуки? Охренеть, X-Trail свежие праворуки. Сколько там, по полтора они стоят. Реально руль справа, наше право. 1.3. 4 балла. Год Стерлинг, непонятно. Здесь он 1.3, 14 год, 2 литра полный привод. А сколько они леворуки примерно так же стоят? О, вот это крауняка, вот за такого 1.6, наверное, как-то более смысл есть отдать, чем за X-Trail. За крауняку. Ну, конечно, там руль подкоцанный, но это мелочи жизни вообще. Полный привод, айфур, рояль салон, легаси универсал 4WD, 15 год, 1.315, есть все, объем 2 литра. Сколько там коней-то, интересно? Более 250. Игнис, такая у нее кармаз, на турецкую похоже. В Турции такие машины видел. Так, ладно, что-то я это подзадержался здесь. До зеленого угла-то еще не дошел. О, ну-ка. Крузак праворуки, 17-й год, 3538. Весь в обвесе, в тюнинге, с зеркалом, с этим фирменным. 2.7 объем. Да, 3.5 миллиона правый руль. Ну тут качество, конечно, императорское, наверное. Вот стоят Тойотки и Дайхатсу. Тойота 17-й год, 539, 15 тысяч километров пробег. Считай, новая. Тоже сдвижной диванчик такой спереди. Серенький салон такой. Но больше, чем 500 000. Можно Камри 40-ку ушлепанную взять за эти деньги. А вот красная 419. Приус. Конечно, дизайн вообще на любителя. Мне кажется, самая уродская машина в мире. Но цвет вообще бомба. В салоне, ну, так строго достаточно. По сравнению с внешним дизайном. Так, что у нее? 16-й год, 1200. Не, ну, красивый цвет, но, блин, дизайн, конечно, необычный. Вот Джиминик. Сузуки Джимини, 595 тысяч. 18-й год, на механике. На механике. Кожаный салон, кожаный руль. Механика подшорканная. Вот Honda интересная. Везель. Honda Везель АВД. Типа ЦРВшки, что ли? Так, ну, 1.4 миллиона, наверное. Не, ну салончик там космический такой. Офигенный вообще. Гибрид. Гибрид цены нету. Вот это оранжевое, интересное. 760 тысяч. 4.5 балла. 16-й год. 6 тысяч километров пробег. Цвет морковь, морковка. Тут еще и панель какая-то разноцветная, вот малиновая спереди. Да, конечно, эти такие забавные машины тут, чудненькие такие, просто удивительные, я бы сказал, Toyota Porter.
Получается сейчас сколько? 5 часов. 5 часов все закрываются. Пробочка на выезд такая образовывается. И что, все, я никуда больше не зайду? Да, 17 часов. До 9 утра вход закрыт. А я просыпаюсь только в 12 в час. Надеюсь, надо режим это, режим менять, хотя бы в 8 вставать. Чтоб... Вот такая, в общем, обстановка здесь. А, вот такие тачки даже есть. Везут вон эти питбайки или что это. Что только не возят, короче. А сам зеленый угол тоже закрыт, что ли? А вот здесь открыто. И кейкар вот есть, вот хастлер желтенький. 605-16 год. На линзах, на литье. Цвет неплохой. Салон черно-желтый. Все на кнопочках с экранчиком. Кожаный руль. Это батарейка Charge или как она там называется. Привод задний. Ой, привод полный. Вот с мостом. Ну, 600 тысяч, как говорится. В принципе, есть все, что надо для счастья. И клиренс, он высокий достаточно. Охренеть, Volkswagen Golf с правым рулем. Необычненько. Необычненько. Так, 16-й год. 70 тысяч пробег. 1.2 турбо. Фары LED. А цена-то какая? Вот такой вот гольф. Blue Motion. Я не удивлюсь, если гелик здесь увижу с правым рулем. Вот кровняка, гибрид. Белый. Салон велюровый. С элементами кожи. Экран. Блин, краун есть краун. Так, вот это какой-то кейкар. Очередной замысловатый, который я еще не видел. Посмотрим, что это. А, Daihatsu, судя по шильдику. Один из Daihatsu из множества. Нормально. Салончик такой достаточно суперовый. Daihatsu Cast Activia. Блин, что такое, сколько их тут разных всяких видов. Шинки на лимонины. Шигренька грубоватая. Так, еще один Хастлер 525. 16-й год, вишневый кузов, ДВД. 16-й год, 12-й месяц. По Японии 17-й, 12-й месяц. Ну, короче, какие-то махинации, как всегда. Это же типа штамповки, наверное. Хастлеровский. Ну, здесь достаточно все так попроще, конечно. Руль резиновый, черно-белые сидушки. Ну, разве что не крутилки, а климат. Ох ты, ё-моё, дедулечка. Ну, блин, прикольные такие тачки. А, это для водителя, когда зеркало разворачивается, водитель видит то, что вот здесь снизу, наверное. Насколько я понимаю. Черный салон. N-Box. Ну, N-Box я уже видел такой. Ну, блин, классная. Классная, классная тачка. Сколько стоит, правда, неизвестно. Модель 2014 года. Так, ну, ноуты, я думаю, дорогие. Тысяч, наверное, от 600 начинаются. Сколько? 805. Чуть-чуть я промахнулся. 805 тысяч.
Ну, цвет цветной. Цветные тачки мне нравятся, конечно. Очень жаль, что тот Танта черный, который мне подошел. Ну, правда, его надо тоже изучать еще, что там, какие там нюансы, какое там что. Блин, интересно, это тоже шайба такая. Придумывают постоянно что-то новенькое. Ну и цена 800 тысяч. Тоже цену тоже придумывают. О, 525, нормально. Я думал, цена 393. 500. Белый. Белый Suzuki Custom. Компрессор. Фото. Белый с черным салоном. Но это полляма. Это 515, 17-й год, Daihatsu. На колпачках. Со светлым, со средним салоном. Средненький. О, это Танта. Это типа Танта новый кузов, что ли? Получается, с этой стороны дверь разъезжается, а и с этой разъезжается. А у того с одной стороны открывалось. Да, вот это красавец, конечно, Нисма. Нисма за 1 000 000 рублей 17-го года. С этими, с анатомическими сидушками, с рулем таким не круглым уже, с шайбочкой. Что это, ноут у нас? Блин, не свалиться бы туда. Ноут E-Power. С таким тюнингом, типа как у жука. Ну вот эта тойотка, ничего, такая складненькая. Как называется? Я на этом авторынке, как в детстве. Это. Смотрю, сколько выжимает она по спидометру. Кто-нибудь так делал? Смотрю, как называется, по шильдикам. Сиента. Ну это прям вообще что-то космос. Видимо, прям свежая модель. И вот задняя дверь, она разъезжается, и она такой формы еще. Он еще с оранжевой строчкой. Салон, и там кармашек какой-то оранжевый есть. Это 965 тысяч, полторашка, 16-й год, гибрид. Семиместная машина. Вот такая вот, под 1 000 000. Вот это Nissan Days. 375, ну такой, не суперовый, ничего. Вот с такими арками, все такое вот, наверное, заводское это или нет. Все беленькое. Штамповки с оригинальными колпаками. Бежевый салон, крутилочки. Все по-простому. Ну и цена тут сразу 375 уже. Ну Танта, конечно, круче. Танта черный, тот круче. Это что у нас? 16-й год. А литрушка. Но это литрушка, уже это уже не кей-кар. Уже обижаешь, ты что? 0,7 это только бутылка водки может быть. Я литровый тетрапак сока. Красивый салон. Сплошная сидуха. Все электро, но руль резиновый. Цвет зеленый. Темно-темно-зеленый Toyota Passo. Тут меня не закроют, надеюсь. Вроде не выгоняют пока. Во, вот эта красотка тоже Toyota. Там был ноут красавец за 1 000 000, а здесь 775. 15-й год X Urban Solid. Гибридная установка имеется. Комбинированный салон, кожаный, тряпочный. Toyota. Так, Toyota Aqua. И тут Hustler. Hustler. Желтый тоже. Что по цене? 515 тысяч. Но без линца. И, наверное, передний привод. 16-й год.
не вижу, посмотрите там. Я потом на камере посмотрю, что там есть сзади. Этот редуктор нет, морс точнее. О, Suzuki Bandit. Вот она, тачка бандитская. В 90-х здесь на марках рассекали Виталий Демушкин. Сейчас вот бандитская вот эта телега Suzuki. Есть мотоцикл уже бандит. 685 тысяч, 15-й год, 1,2 объем. Много всего написано, там мульти-мульти-мульти-пульти. Черный салон. Ну блин, классно, классно. Не, мне практически все нравится. Вот все такие машинки необычные. Я к таким и подхожу, которые мне нравятся. Каким-нибудь пробоксом, вот к таким я не подхожу. Собственно, бандит. Еще раз посмотрим на него. Так, 675. Daihatsu Hi-Jet. Ну, такие есть деревяшки, вон. А, все. Там выйти, да? Ага, спасибо. До 5, говорят, выгоняют. Это суперовый хаджет, 675, 18 год, полный привод. А это деревяшка. Вот деревяшки тут собрались. 560, 18 год, полный привод. Это 17 год, 440 тысяч. Все, 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 ухожу. И это 16-й год, цена неизвестна. Но известно, что две печки там. Ладно, все, пошел я. О, Nissan 375. 16-й год. Интересно. Закрыто. Так, ну так, что написано? Nissan Days. Ваксоник, я тут ни хрена не понимаю, если честно. По-японски. 16-й год. Айстоп. Камера заднего хода. Да, есть камера, реально. Ну вот этого тоже надо записать. Номер или как его. Вы продаете, да, его? Как видишь. Да, да, интересует. Вопросы есть какие-то конкретные? Да, есть. По существу. По существу. Говори. А он есть в дроме у вас? Или номер записать можно? Какой номер? Да нет, в дроме может есть, может нет. Есть, но нет его. Мы не даем в дром, там без понтового. Открыл. Может идти, кому делать нечего. Ой, это коцка, конечно, пофигу на нее. Конечно, на крутилочках салон плюс белый. Танта сразу выигрывает. Но тут единственное преимущество — это год выпуска. Так, и раздвижной двери здесь нету. Это тоже минус. Ключики. Так, кажется, багажник там побольше был. Домкрат он, в принципе, не обязателен на перегоне. 76-00. Ну, машина здесь и никуда не двигается. Если вы ее захотите купить, вы все равно сюда первым делом придете. Угу. То есть как бы мы с 10 до 5. Дром-ассист не ездим. С 10 до 5 мы здесь всегда. Все, любые вопросы здесь на месте решаются. Смысл? Не вижу. Ну, узнать, например, продали, не продали. Он со мной разговаривает, это моя машина. А, да? Ну, это не слушаю его. Бюджет маленький. Он может что угодно там говорить. Самый скромненький. Ты там... Ты тебе подход, как будто это Lexus. Электрический. Ну, ключи потерял, поэтому... Понятно. Не вовремя подошел, да? Нет. Ну, ладно. Я просто вторую стоянку начал смотреть. Вот ищу кейкар. Нормальный, хороший кейкар. Он, видишь, уже в новой морде. Это с 16-го года идет. Старую видел, да, знаешь? Да, да, я, конечно. Да, это вот с 16 до 20 идет. Угу. Рестайлинг, да? Да, как туманки, это бампер такой, это решетка. Угу. Двухцветный салон у них идет, камера безопасности CTB на лобовом. Такой хороший. Он и высокий по клиренсу. Угу.
Все, понял. Ну, только пришел, видел документы там, да? Да, да, а ценник... 4 дня. Цена 375, ну, это рынок. Чем деньги ближе к носу, чем цена дешевле. Все, понял. Завтра еще один такой будет с тобой. Один в один. Один. И цвет такой же? И цвет. Могу даже дешевле отдать, если только не, этот, не мыть, не драить его. Ага. Он будет только с таможней. Этот уже помытый, вычищенный. А тот будет, ну, такой. То есть целый весь, нормальный. Угу. Единственное, что его помыть, надо почистить. И цвет салона такой, все такое же? Все, один в один с одного аукциона покупался. Все, понял. Хорошо. Тот можно отдать будет 300... 350. 350. Но если с деньгами, то 340, да? Ты приходи, там разберемся. Сначала дойди до сюда. Завтра после обеда он будет. Этот разговор, я тебе по существу, а ты начал. Там человек ключи от машины потерял и поэтому переживает, ходит. У, жарища такая, и тенька-то почти нету. Здесь спрятаться. Водички попить, да дальше идти. Может, сюда еще зайду. Но это Honda тоже такая, типа CRV полторашка. 16-й год. Цены нету что-то. Везель. Блин, надо все... Надо все названия эти запоминать. Не, ну вот это, конечно, самолет. Тут даже капот есть. 8 мест, 17-й год. Цены тоже нет. А, да? Все, понял. Ребят, ну вот такой вот видос получился. Такой у меня, значит, первый день во Владивостоке. Конечно, под самый конец дня я приехал, но уже примерно точно я понял, что, во-первых, не все выставляют на дром тачки. Во-вторых, ну, фаворитом сегодняшнего дня у нас является Daihatsu Tanto. Конечно, интересная машинка и цена хорошая. Кстати, ну, естественно, надо будет проверять, да, если там покупать ее соберусь. Потому что здесь много всяких сейчас нюансов бывает. Там и распилы, и надгрызы, и надкусы. Чего только не бывает. Вот, но цвет вот черный. Цвет, конечно, какой-то, блин, какой-то тоже какой-нибудь прикольный. Даже не то, что красивый какой-то, или там более дорогой, там, типа коричневого, там, да, ну, просто какой-нибудь тоже необычный цвет. Вот, но это я так уже придираюсь. Вот, в следующий раз постараюсь пораньше, в следующий день, не знаю, завтра или послезавтра. Сейчас этот видос хочу сразу смонтировать, выложить. Завтра, послезавтра, получается, снова в бой. Я так понял, я не знаю, зеленый угол, я так, наверное, до него и не дошел. Потому что я вот две стоянки эти прошел, ну или может это все там зеленый угол, не знаю. В общем, все это мы выясним, все посмотрим. Также будет блок по городу, пешеходный, так скажем. Ну, вдруг кому-то интересно, мне на память точно не помешает. По комментам почитал, всех тоже рад видеть. Спасибо, что написали, спасибо, что открыли видос, посмотрели. Хотя там, ну, по сути, там ничего не происходило. Вот, по поводу того, что я там умер или в тюрьму посадили, ну, я не вижу никаких предпосылок вообще к этому. Потому что, ну, почему меня должны посадить, или почему я в тюрьму, или почему-то я умереть должен? Вы же не умерли, почему я должен умереть? Я такой же человек, как и все. Чувствую себя прекрасно. А, ничего у меня не случалось, ну, просто я же сказал, машины не было. Че, канал про машины? Я вижу, что и так, как бы, что-то чуть в сторону снимешь, да, что-то, ну, никто не смотрит. Поэтому я решил, как бы, взять такую паузу. Вот, и сейчас, значит, дубасим автопробег. Ну, сначала нужно, естественно, тачку найти. Здесь, кстати, тоже здесь Японское море, я хочу. Возможно, сплаваю там на какие-то острова здесь. Ну, то есть, здесь только все начинается. Я не так, я сейчас никуда не спешу. Все будет очень обстоятельно, потому что вдруг я здесь, ну, реально, не каждый год во Владивосток. Я отсюда мечтал попасть, не знаю, ну, лет 10 уже я мечтаю во Владик сгонять, купить тачку, ну, прокатиться по стране с этой стороны. Да, бюджет у меня небольшой по машине, но я надеюсь, я на самом деле 350 это минимум, с которого начинаются кейкары более-менее, да, вменяемые. Потому что мне тоже охота какой-то необычный купить, потому что есть, допустим, ну вот, маленькая машина Suzuki Swift. Ну, смысл такую покупать, если есть леворукая, точно такая же охота какого-то экзотики, какой-то какого-то эксклюзивчика. В общем, не переключайтесь, история только начинается. До новых встреч, всем удачи и пока.